Эй, всем привет, с вами Александр и Ghostbuster, Goldbuster, Showsbusters, Охотник за привидениями, кому как нравится, кому как угодно. А мы продолжаем жарить азефирку. Для тех, кто не знает, жареный зефир очень вкусный. Да, попробуйте. Попробуйте жареный зефир. Я вам отвечаю. А если еще из протонных лучей, то, наверное, вообще вкусный. Так, ладно. Чего, как нам его завалить? Хорош. Он кидается жареными зефирками. Слышь, хорош. На-ка тебе. На-ка. Ох, ёпта. Да не смешно. Вообще ни капельки не смешно. Так, спокойно. Так, а как эта штука, я забыл. Тут что-нибудь есть? Okay, порядок, охотники здесь! Перед вами лишь мыслитель Аватар, пришельца пятого класса. Какого? Ругайся так. Хорош. Не, ну на меня это нечестно. Я как бы зефир это уже поел. Так, окей, что надо сделать? Что? Че это? С 1965 года было выпущено лишь 5 моделей красного телефона. В смысле, почему 5? Компании Телеко. По слухам, дозвонившись с этого телефона, могут лишь те, кто находится при смерти. О как. О как, видали, да? Нормальный такой телефон. 5 штук. Так, как его убрать? Все, погнали. Опять лифт. Лифт это наш, все. Лифты это наше все. Блин. Ты кто? Кто вы? Довольно, хватит! У меня чуть сердце не остановилось. Relax, sir, расслабьтесь, сэр, мы со всем справимся. Охотники здесь, да. Пижоны. Главное, личинку не отложить. Оставайся на ланч. Зачем покидать здание? Все пройдет тихо. А, да, конечно. Я каким-то образом узнал, что сегодня наша жизнь окажется в опасности. И подумал про себя. Простите нас. А нам пора работать. Так, сейчас у меня, короче, камера по-новому сделана. А я ее пытался починить, вроде починил. Если вы заметили, сейчас я сижу чуть-чуть сбоку. Вот. Поэтому посмотрим, как будет, если что. Если о чем, не обессудьте. Так, что это? Алло, пустите! А ты серьезно? Серьезно? Ого, ты же мягнул. Что это было? Так, ладно, идем. Чем заниматься? Водичку попить, да, надо. Зефир просто сладкий. Зефирка сладкий. Так что это? Нормально так же шкаливает тут. Без резких движений. Что такое? Okay. Что такое? Sure, ладно. Вроде все тихо. Да не, ни хера не тихо. Что пугаете, да, алло? Спокойно. Хорош жрать меня. Да зефирная падла. Тебе помочь? Make a hole!
А вот это полезная штука. Правда, придется отклоняться. Уклоняться. Спокойно. Работает спецназ. Ё-моё, вас тут как много-то. Ты живой? Don't let them circle behind you. I'm covered in marshmallow minion goo. Stay puft is working overtime, generating these little things. Ё-моё! Зажали. Я живой, я живой, я тебя спасу. Бля, чуть... О, простите. Чуть не это. Чуть зефиркой меня не зажарило. Что, кто это? Категория. Воплюющие пришельцы. Чего? Телесный призрак. Рассеиватель. Атака. Схватка. Поражение. Разгон. Базовые дротики. Баба-ба. А, порождение зефира, ну все понятно. Это создание класса 5. Является порождением зефирного человека, не такой уж вкусной смесью. Кленового сиропа, воды, желатина, тетрасодиум, да, и зла. Окей, понятно. Опа, хорош. Ты где, падла? Anyway, guess that takes care of all of Stay Puft's little critters. Ой, падла, девался. Модель дома. Тревожный слот. Американский оккультист Джон Джордж Хохман в 1926 году заказал небольшую модель для домашнего центра зла. Ладно, я не буду это читать. Вы, короче, ребят, сами почитайте. Это все, конечно, интересно, но эта собака занимает много времени. Поэтому, что, мы идем? Good shooting. Опа! Серьезно? Ё-моё. Огонь! Ready to be a hero? Ты чё не стрелял? Не, ну вот этот пучок мне нравится. Он определенно мне нравится. Oh, man. Здрасте. Come in, please. It's pandemonium up here. Chunks of the building missing everywhere. You are required at the site now. So happy to be in demand, but these sugar balls have got me nailed down. I can't get past them. They're disgusting. And they're unhealthy. Довольно прекрасный красный принц. Написано знаменитым безумцем Гаги. На... Окей. Okay. Did I mention there's a spectacularly beautiful lady in distress? Хорош. Showtime. No! Somebody help me! А хуй девушка? Easy now, miss. Just relax. No sudden movements. You're perfectly safe now. Sudden movements! Sudden movements! Не трожь девушку. Вот так вот. Чё, он её похитил? Воу! Воу, кто меня зажарил? Эти падлы летающие. Вау, посмотри, малыш. Манхэттен, обожаю его. Да не особо. Блин, опять все зефиром за этого. А где женщина? Не танцую. Алло, тетя. Девушку похитили. Эх, ладно. Тебе просто повезло. Что ты встретил такого... А, это она! Все хорошо. С вами доктор Венкман. Вы в безопасности. Эй, я всем принес кофе. Но маленький негодяй его разлили. Это был... Гозер? Да, наверное. Скорее всего. Вы хотите выйти отсюда? Самым кратчайшим или самым живописным путем? Выбор предстоит за вами. Там есть лестница. Вперед!
Капелька любезности в трудной ситуации не помешает. Обожаю. Okay, Slugger, let's you and me do this quick and quiet. Так, окей, давайте хоть позовем. Soft squeeze out there figures out what we're up to. Это все хорошо. I think Tubby Soft Squeeze has dog ears, Ray. Что происходит? Давай, Рэй. Давай, Рэй, жги. Так, и когда датчики молчат. А, я первый. Оу! Да что ж такое-то? Да, мы туда не пройдем. Окей, let's think. What did people do before stairs? Was it ladders or just jumping from rock to rock? Да, пойдем наверх. We go up then. Хорош, слышь! Ломать все! Зефир переросток. Зефирка переросток. Надя! Оу! Кирпичом себя жахнул. Давай, 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 тетя. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас будет удар, смотри. Удар! Ты живая? Так, а можно я вперед? Опа! Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. That way. Well, that's something. Вертолет? Серьезно? Come on, let's go. Найдите выход с крыши. Кто это? А, ну это был оживший призрак класса 3. Призрак, устойчивый к ловушкам. Призрак строителя, окей. Слышь, сюда пошел, сюда подошел. Слушай, ты что делаешь? Ой, блин, там еще один. А ты где? Да поднимай, поднимай. Get behind something. А это кто? Give him the what for. All yours. Вау, 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 вау! Давай ее сюда. Up high. That's a nice start. Давай, давай, детка. Отлично. Отлично, двоих поймал. А это как делать нифига. Ты падла-то, а? Смотри-ка, что делает. Ну-ка. Сюда иди. Давай. Так, нет, не моя ловушка. Моя, да вот. А чё он так далеко? Готово! Отлично! Так, это что такое? Горшок. Так. Я не пойму, куда-то она идет. Ха-ха-ха!
Аватар пришельца, класс 7, божество, верховное существо, схватка, бросок, поражение. Окей. Зефирный морячок. В смысле сбросить? Уже сбросили? Free s'mores for everybody from 54th Street to 5th Avenue. Happy Thanksgiving. Here he goes. А вот и он. Большой злобный морячок. На пути, о, почти кажется. У него ничего не вышло. А Рэй, послушай. Knocked you off the side of a 30-story building, and you had to climb all the way back up to Terrible Park. How mad would you be at those three little dinky types? I'd go with mighty pissed. Okay, and throw in a sugar high, too. That giant blue and white toy man thing, or whatever, is still coming. Она все еще лезет по зданию. I'm impressed with his agility. Я впечатлен его ловкостью, если и брать во внимание, что он Зефир. Хорошие новости, Экта-1 готов. Эксплуатацию. If by few you mean less than one, then sure, we can do that. Hey, опа, это кто, это я? No sweat, kid, we've got you. Well, as long as you're down there, would you see if you could knock off Mr. Sweetness? Я сейчас не понял, это я упал? Какого я упал? Йо! All right there, Sunshine. Are you okay? You're all strapped in. We've got a good tight grip on your belt. А, ему руки надо сбивать. The Big Daddy manifestation himself. A raging glob of densely packed marshmallow. Oh boy! Melt him, Chief! Give him full screen! He's right, rookie. Your health insurance doesn't begin for another 89 days. More of those minis. How many can he generate? Что он делает? From 200,000 square feet of solid marshmallow. Что он делает? Ой, это что такое? Алло! Я не понял, почему? Блин, я не понял, конечно, что произошло. Но, по-моему, меня убили. All right there, Sunshine. Are you okay? Мне некогда читать, что пишет. We got a good tight grip on your belt. Here he comes. The Big Daddy manifestation himself. A raging glob of densely packed marshmallow. Oh boy! Melt him, Chief! Give him full screen! He's right, rookie. Your health insurance doesn't begin for another 89 days. More of those minis. What's that show you generate? From 200,000 square feet of solid marshmallow? Probably 60. Там какие-то штуки. Хорош! Он опять колдует. Those on guard should do the trick. Погоди, перезарядка. У него жизни до хера. Hit him with boson darts. Ой, хорош. Upset, look. What do you think? Капец. Нет! Да ё-моё! Серьёзно? Вот так подловил-то, а? Чё опять всё заново? Серьёзно? Ладно, я не буду этой штукой баловаться. Блин! Блин! He's right, rookie. Your health insurance doesn't begin for another. Как я должен узнавать, когда он кидает? More of those minis. How many can he generate? From 200,000 square feet of solid marshmallow? Probably 60. Mm-hmm.
Но он не попадает. Boson darts should do the trick. Блин, вот же. Не попадает луч. Окей. Блин. Boson will loosen him up. Боже. Перезарядка. Вливаться будешь? Блюй! Блюй, сказал! А пока не блюет. Вот так вот. You've killed my dessert. Ты испортил. Ghostbusters 2. Ghosts are the Gozerian Zero. Looking like a real big leaguer out there. Большая лига всегда побеждает. Great, Peter, we're in position. The trap is set. We're prepared to capture Stay Puft. Where is he? He's that white puddle you're driving. Он стал большой белой лужей. Timing's off by just a hair, Egon, but we're glad the trap is working again. А вы вообще где были-то? I guess I owe you guys my life. Думаю, я обязан вам жизнь. How do you feel? Pretty good. Как себя чувствуете? Довольно неплохо. Well, если не учитывать все происшедшее. Происшедшее. So far, just another screwed up day at the office. You know, I never forget a face attached to all the rest of that. I think we met earlier at the Sedgwick Hotel. You gave me the sideshow chicken drop. My name's Alyssa. Dr. Alyssa Selwyn. And I am Dr. Peter Venkman. And let's see, Egon. It's Ray Winston. Opa! You met him. Uh-huh. The Ghostbusters. Have you ever been involved in this type of quantum temporal rift event before? A quantum what? It's called arcing, a large pulse of psychic energy. Actually, yes. I was at the museum. A pulse of blue light surged through the building. And then I was standing outside a room on the 13th floor of an old hotel. The Sedgwick. The Sedgwick doesn't have a 13th floor. Откуда негр появился? It was pulling me like a magnet. Афроамерикан. I felt as though I was in a deep dream. Что-то потянулось ко мне, как магнит. Here? It's a temporary office while I'm in town. I came to do some research after I woke up. We'd like you to come to our lab so we can run some brief. Мы бы хотели задать вам пару вопросов и пару тестов. Here's an easy one. Would you like to try? Есть идея. Может, обсудим это где-нибудь в тайском, мексиканском или японском ресторанчике. Ого, доктор Венкман. На трапезе вы побили свой рекорд. Want to try for a whole minute next time? A doctor and a fiery one too. Charming. So charming. Так, окей. Зефирного человечка победили. Это хорошо. Это хорошо. Правда, не с первого раза. А можно выпить. Ой, живительные водички. Так, интервью с Алисой Асселвин. Так, окей. Ой, я... О, воу, воу, воу. Что это было? Что это было? Ух ты. А то есть это в смысле то, что я нахожу, оно все у нас потом будет?
Прикольно, прикинь, домик с привидениями. Шикарно. А где красный телефон? Так, здесь что-нибудь есть? Ой, красный телефон. Серьезно, вот прикол. Реально, он еще и мигает. Зачетно, слушай. Зачетно сделали. Это хорошо. Так, ладно. Ой, душ, можно? Могу душ принять? Серьезно? Ой. О, что такое? Горячо. Ништяк. Ошпарил чувака. Ничего, душ принял? А что такое? Тоже душ? А, все, он сейчас уже не боится. Закалился. Закаленный, блин. Я все время туда теперь смотрю, когда у меня камера здесь. Это, короче, надо привыкать. А, это этот там рубится. Ладно, пойдемте это самое. Что с ней надо делать-то? Интервью брать, во. Значит, вам много известно о Гозере, потому что я специалист в области древних культов. Gozerian, more specifically. I'm here as a guest curator for the Gozerian exhibit that's opening tomorrow at the Natural History Museum. You are aware that we also have some history. Вам известно, что послужило? Yes, of course. Gozer was a bush leaguer before he met us. A strictly farm. Я не успеваю читать субтитры, короче, ладно. But our getting stiffed on invites to open. Нет, такое ощущение, что нас специально туда приглашают. Вам так не кажется? К этому я не имею никакого отношения. Ой, это этот. Это этот хер. Он, кстати, у вас посетитель. Спасибо, Джанин, ты весьма наблюдательна. Это же чувак из первой части. I did not recognize you without the mayor's backside attached to your nose. Okay, everybody put them back in their skivvies. Мэр? Мои извинения, доктор Сэлен, вы в порядке? I think so. Я слегка беспокоюсь. Are you kidding? Шутите? Publicity like this. Мы так уже прославились в прессе. The expert Peck recommended is attacked the night before the opening by Gozer himself. Please tell me that was Gozer. Скажите мне, что это Gozer. В этот раз Gozer обрел форму призрака, когда он создал ранее зефирного человечка. Это я и хотел услышать. Спасибо. Jack, what's the idea of bringing Peck around here? Ах, юмор, тот славный юмор охотников. Listen, here's the deal. You and Peck and all you guys are going to work together. С Пеком? What? Что? No way, no how. Ни за что. Impossible. Невозможно. Look, this city has given you at least a dozen contracts for the jails, courthouses and wharves. You guys want to grow your business. Get some county and state work too. I'm all for it. А где был чёрный парень всё это время? Big supporters and great for my campaign. Well, some have said our endorsement is what got you elected. But not out loud. Anyway, after Хорошо, all the damage lately, the city council wants you under close supervision for a period of no less than 6 months. We file reports on time. There's no need for extra supervision. Funny guy, Bankman. You've always been my favorite. Well, that's where your old friend Peck comes in. He's annoying, a stickler for the rules. In other words, the perfect Peck for the job. He's our new head of Peacock. Peacock? PCOC, Paranormal Contracts Oversight Commission. Комиссия по наблюдению за паранормальными контактами. And my first official act is going to be suspending you clowns' operating license. Lighten up, Peck. Launch your investigation if you have to, but for now just keep them under control and my office in the loop. But remember, if the Ghostbusters cease to exist, so does your job. So you need each other. Какая ирония судьбы, не правда? Hey, Mulligan, come on. It's Mayor Mulligan to you, Venkman. So, we have an understanding? This kind of protects us all. You want more government business, I want to keep my approval rating, and Peck wants his little fiefdom. You play by the rules. Easy. We all get what we want, and the city council gets what they need. Okay, big night tomorrow, Alyssa. Get some rest. So, now that we're all friends, can we get invites to the museum opening? Not likely. But I'll be seeing you soon. You can count on that. Откуда они взялись? Из ванной пришли? Doesn't Peck look exactly like the kind of guy who'd accidentally walk into the stream? О, телефон. Collider? Бери телефон. I'm just saying, it could happen.
Сядьте пока один, когда будете готовы к поездке. Охотники за привидениями, слушаю. А вы можете... запланировать визит на следующий четверг, где-то с 8 утра до 4 дня. Боюсь, мы закрываемся раньше. Хорошо, тогда я вас... Я вас что? Запишу. О, нет, необходимости звонить перед приездом, поверьте. Так, ладно. Здорово, мужик. Ты будешь корчиться долго. У него рот открывается. Это прелестно. Ладно. Ой, лизуна снова поймали. Смотри-ка. Ну-ка, ну-ка. Че с тобой, ничего нельзя сделать, да? Зеленая падла. Так, ладно, погнали. Все, я готов. Успеем еще. And we think we should have a look at the museum. Парочку призраков поймать. Okay. I'll take one for the team. Stay with us. Я останусь с Элисой. You guys go with Winston and the recruit. Вы, ребята. I'll be your personal protector. What about Peck? He's supposed to be informed of everything we do. What he doesn't know can't hurt us. Hey guys, you need to make a detour. Something big is going down. It's on 1010 Wind. Короче, негр вернулся. Вместо... And another ghostly sighting has staff at the New York Public Library scrambling Mr. for Bankman. Answers. The Gray Lady. Let's get her for real. Well, what about the museum? It's been there for 104 years. Where's it gonna go today? This thing you guys have... А чё я посередине сижу? Почему не сзади? She made us look like schmucks. Not this time. Schmucks. Oh, and another thing. Pat called and said that I'm required to tell him where you are and what you are up to. Tell him he can meet us at the museum. We'll be there. Eventually. Опять этот музей? Серьезно? Это опять музей, где был этот, как его звали-то, я забыл. Короче, не важно, который был грозный, и злой, и сердитый. Короче, как его там, как король Карпатии или что-то там в этом роде. Не помню его название, как его звали, точнее имя. Льва помню. Так, и что мы делаем? Big crowd. Venkman would love this. Captain McMahon from the 12th says there was a massive disturbance. Real fireworks show. Обыщите библиотеку. What's going on now? Maybe. But didn't there used to be two lions out here? Так, а негр с нами. Check for valences. Так. Interesting. Ray, look at this. Да. Wow, вот, кстати. Big spikes. Hey, cadet, память. You need to see this. Toma. Stand back! Look out! There they go! Whoa! Double full torso animators! Come on! After them! You heard Stance, let's move! Посмотрел статую льва. Идите в библи... Так, достать-то уже можно? Алло! Couple of class 5 animators. Never seen them in camera. Телекинетики класса 5. Really никогда agitated. Не видел их в паре. Switching on the packs. Включите ранция. All right. Take it easy. Easy, Whoa! Take it easy. Sorry. That's not easy. Что такое? Шо, вы какие шустрые? Damn. Sorry, Z. How about a little warning next time, fellas? That one's a beast, Ray. Let's chase him down. Winston, check that next doorway. See if he has any friends. Leave a haunted room. I got no problem with that. Hey, cadet. To use the shock blaster, it's best to get in fairly close. Its effects are powerful, but dissipate quickly over distance. And please be careful. It's a prototype. We're trusting you with it. Прототип чего? The stasis stream will temporarily slow down paranormal entities. If you train the stream on the target long enough, you can actually stop it entirely. This is how you use it. Вот значит так. Нажмите два, чтобы применить луч захвата. Так, правый Ctrl, луч стазиса, левый, ой, левый клик шокер. Окей. Cool. A freeze ray. A stasis. This has nothing to do with cold, but the effect is similar. When do you have the time to work on all this stuff, Egon? I've been conducting an experiment in which I sleep an average 14 minutes a day. Красота. Leaves me a lot of time to work.
Great, ready to roll. Hey, Haas, you think you can handle that little fella yourself? We'll meet you back here. Найдите привидение. А куда это? Он внизу, да? Что? Он какой шустрый-то, падла. Он слинял. А где он? Ну ты падл-то, а? Вылазь! Надо пай! Что, кто это? Что? Ты скрылся, ты же здесь был. Йоп! It's the cadet. Strong emanations, no direct source though. We followed our guy in here and it gave us the slip. Detecting a very strong anomaly here. А, вон он где. Сейчас будет потеха. Так, спокойно. Here comes something big. An example of a level 6 bi-dimensional attack. Egon, did I mention what a good idea you had to come up on the balcony? А чем он за мной? Отсюда! Спасите! Slow it down! Ага. Сейчас что, дурачок? Keep it going. Quick, scan it for the database. Ага. Опа! Красавчик. It's losing strength. Keep tearing it down. Power is emanating from a single focal object. Ё-моё, заживал. Wrangle its focal point away. Wrangle it away. You got it, fantastic. Man, how much PK energy must it take to collect an animated entity? А что я собственно делаю? Very angry energy. How easy. Wait, not so fast. I'm getting some big pluses here. А он не ловится. А что я, собственно... В смысле? А я не понял. Он же вроде же как призрак дергался. Я сейчас вообще ничего не понял. Я думал, я призрака поймал. Yes! Yes, it is her! Eleanor 20, the librarian! Look, there she is! Meet us at the stairway door. She went down that way! Winston, check upstairs to see if the other phantom doubled back. Ищите дополнительную паранормальную активность. Окей. She touched us again! That witch! Сейчас будем эту бабушку с библиотеки ловить. Нормально.
Нормально полтергейста меня не напугать. Слышь, хорош, я не испугливых. Книжонки. О, это реально так. Какого? Алло. Wow, a full stabilizing levitation. I'd say we're close to something. Ray. You got something? I've got something right here. Что? То. Kid, check that out. Где? Чё, где проверить? Да! Полупривязанное создание класса 4 призрак, устойчивый к ловушкам, библиотекарша. Доктор Элеонора Тетти была главным хранителем общественной библиотеки Нью-Йорка. Ты артефакты, камни, таблички. Нормально. She keeps shushing us. That's her, the Grey Lady. She's the first ghost we ever hunted. Man, I wish Venkman was here. I'm pretty sure Venkman doesn't. Easy now. She's real sketchy. Так, секундочку. Пару секундочек. Алло, что происходит? Хорош! We'll cut her off. These readings are off the charts. Тьфу. Now I'll have to make new charts. Тьфу, что такое? Кто мне в рот залез? Что это? Что за звук? Не, ну жижа. Темная кла. Так, ладно, что-то я подзавис. Опа! No, listen. This place is reading like a psychic pressure cooker. Опа! Вот это хорошо. Сейчас не понял. Меня отрезали. Опа-на. Серьезно? Кто это? Кто это? Да это не я! Блин, ты хер поймешь, чем их сейчас валить. Кто это? Собака, хорош пугать. Ё-моё. Guys, I'm in the periodical archives looking at a stack of old newspaper clippings all about some nut named Edmund Hoover. Я тебя пошикаю сейчас. This dude has a history you should know. Ё-моё. Who seduced Eleanor Twitty, the head librarian of this place. Ты чё, куда? That would be my guess. Вот это сейчас что было? Чё это? Подневольная лампа. В 1659 году знаменательный писатель Артур Хьюстон проводил исследование для своей новой книги. За этим библиотечным столом под этой самой лампой 30 лет. Хорошо. Вот же падла-то, а. Ты посмотри какой. А в смысле, я его убил? Да? Ё-моё, вон, блин, понимаешь, пугают. Okay, guys, it's dead up here. The good kind of me. You all cool? We may need to get back. Что происходит? Падла. А
я его засек. Преобразованный композит класса 6, телесный призрак. Все ясно. А в смысле открываю? Ё-моё. Ё-моё. Тут везде слизь. Тут везде слизь, мне не по себе. Ау! На нее нельзя наступать. Ау-ау-ау-ау-ау-ау, горю. Так, а мы здесь что-то ищем? Мы здесь ничего не ищем. Так, ладно. Давайте на сегодня закончим на этой ноте. На этой ноте мы закончим. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.